просто. Ну а я видел уже тоже. Вот так так смотришь, вот так поле, и рядом вот такая цивилизация просто. Медрёнка, Теска. И Женя, который тарится. И пиво. Неугомонный Евгений без пива жить не может. В заброшенном саду в Польше, Пруч Гданьск, вот там вот магазин Теска, а здесь вот тут, да, в котором покупали яблоки, а тут, пожалуйста, вот можешь нарвать себе, вот прям на земле, можно. Вот такие вот шикарные яблочки валяются, вот на дереве висят, безвозмездно. Купил яблок в Теске за 3 злотых, 4 злотых, 3 килограмма. Взял, выложился яблоки, сейчас буду набирать. Я, правда, крупный взял, но это мелкие, но тем не менее, они вкусные, уже попробовали. Сейчас будем собирать яблоки. Тоже бесплатно вкуснее. Кто-то ходит, грибы собирает, а мы ходим, собираем яблоки. Вот, пожалуйста. Совершенно. Яблочки. Ну что, Санек? Ты еще нашел деревца? А? Вот такой какой-то новый Пруч Гданьск. Такие вот дома. Шо, коттеджи. Красивенько. Аккуратненько. Да, вообще шикарно. С другой стороны поле и посадка, в которой находятся яблоки, которые мы только что. Вот такие яблочки нарвали. Нафта. Какая-то нафта. Офигеть, дома. Вообще классно. Красивенько, все аккуратненько, блин. Живи и радуйся. Как бы снять парфюма. Угу. Интересно, сколько тут будет, если снимать? А вот домик очень похож на наши дома. Вот. Как и у нас. Похоже на кавалерки. Балконы, смотри, никого не зацепили. Ну, стеклить не разрешают, поэтому не зацеплены. Дом с другой стороны. Вот такая красота. Красиво. Под подъездом никто не сидит, как у нас, бабульки. Машины стоят. Вот рядышком такой же дом. Все аккуратно. Все. Люди живут. Все красиво.